Судьба великого князя Георгия Михайловича, как и многих Романовых, сложилась трагически. 30 января 1919 года он был расстрелян большевиками без суда и следствия в Петропавловской крепости вместе с великими князьями Дмитрием Константиновичем, Николаем Михайловичем и Павлом Александровичем. Из воспоминаний жены великого князя Павла Александровича, княгини Ольги Полей. Один старый тюремный служитель, видевший казнь, рассказывал: «В 3 часа ночи солдаты по фамилии Благовидов и Соловьев вывели 4 великих князей голыми по пояс и провели на территорию Монетного двора, где у крепостной стены напротив собора была вырыта общая могила, где уже лежали 13 трупов. Поставили князей на краю и открыли по ним стрельбу. Все 4 великих князя были канонизированы Русской Православной Церковью в 1991 году».